Всем привет, с вами Тень, и сегодня я тестирую молот Тора в игре Pixel Gun 3D. Но сначала с вас лайк, подписка на мой канал, и да пребудет с вами гром. Да, кто же не знает Тора и его штормовой молот, который пробивает любые стены, достает врагов где попало и уничтожает их моментально, ну или почти моментально. Конечно, жаль, что он не может атаковать на дальнюю дистанцию, но по крайней мере на средней дистанции его точно хватает, потому что он может нанести урон сразу нескольким врагам, без исключения. Главное, не наводите курсор на одного игрока, иначе он только по одному выстрелит. Однако, единственное, что можно ему противопоставить, это хитрый волк или маска духа. Вот они могут задержать урон от этого молота. Не знаю как, но могут. Но в целом, замедляет цель, не позволяет прыгать, стены пробивает, не промахивается, может нанести урон сразу нескольким врагам. Почему бы не поставить 7 звезд этому штормовому молоту? Да, богоподобное оружие, в прямом смысле этого слова. Раскрутил молот, ударил по земле, и все сотрясается у тебя под ногами. Но взмахнул, появляются густые тучи с громом, испепеляющие все. Ну а с вас лайк и громовая подписка на мой канал.